Куев приедет сегодня? Не знаю. Ты не знаешь, что звонил? Звонил. И что? Сказал, приедет. Добрый день. Что, как у вас прошло? У нас еще не прошло. В который весь анатомический. Я вижу не только для меня. Для меня кто-то произвел неизгладимость. Это анатомический такой. Нет, это анатомический. Но это не главное. Не знаю, я думаю, может быть, что-то не главное, но у меня Петр перед глазами долго-долго будет стоять. Что, как у вас? Закрыли? А у нас сейчас смотрят. А, смотрят. Загляни, Олег, там, пройдись по графическим рисункам. Пойдем. Слушай, поставь нам зачеты. Ну, без зачетов, а у нас хана. У нас экзамен. Себе я знал, какая роспись, как ты. Нет, Олег, нам он поставит с тобой тройки. Это вот.
не только апостолам, но вообще всего человечества, которое сейчас в такой ситуации. И каждый человек в отдельности, ибо это вот и для меня и целый мир какой, и каждый человек в отдельности, который имеет в себе божественное начало и должен разбудить его. Дорогие друзья, вы видите эту замечательную работу. Я знаю, и чтобы вы знали, что вокруг нашего молодого художника, когда он был студентом, через 15 минут он уже любой студент, а будет свободным художником, велись определенные споры, пожелания, размышления. О них скажет даже руководитель мастерской, руководитель наш генерал тут на позиции Иван Ильич Немнов, Михаил Шеляков. Которые работали. Я могу сказать только одно, что мне очень дорогие и понятны те стремления и та тенденция, которая руководила Олегом, Олегом Николаевичем. Вы знаете, я сам, как я уже, вы знаете, учился в Петербурге, в Эрмитаже. Я считаю, что это имеет право на существование, но чтобы свои точки зрения, скажем, непосредственно руководителю Олега Николаевича, я только хочу сказать одно. Мне бы хотелось, чтобы во всеоружии вот этого мастерства, знания старых мастеров и любви к ним, теперь мы увидели лицо художника Олега Николаевича, который смотрит не только глазами старых мастеров, что делает ему честь, и что так трудно, и так недостижимо для многих в наши страшные времена, когда рисовать не могут. И любить старых мастеров – это великий подвиг и великое, с моей точки зрения, великий смысл, который дает решить ее в том,
позиция решена, и это позволяет говорить о том, что заведение, безусловно, в себе закончено и имеет право на существование. Есть еще один аспект, о котором следует сказать, хотя для самого художника, может быть, это не было главным, на что он обращал внимание, а именно колорит. И вот здесь, конечно, все внимание все-таки было уделено художнику на рисунок. На рисунок, на передачу формы, движения, пластики, фигуры и так далее. Тогда как колористические аспекты здесь, они присутствуют, но лишь в той мере, чтобы поддержать как бы, рисунок, поддержать то, что для него было. Ну, надо, конечно, напомнить, что это искусство высокого возрождения, это искусство величайшего колоризма. И долгое время и мы, вот особенно пребывая, так сказать, ну, в оторванности, как бы ну, нет, такая участь нелегкая после таких выступлений. Еще что-то добавить, это довольно сложно, но поскольку по долгу службы даже и от большого и правда искреннего уважения Николая Николаевича, мне хочется все-таки тоже некоторое время занятий как руководителю исторической мастерской, хотя, в общем, я такой номинальный руководитель Илья Сергеевич и творческая воля художника. Я просто ходил какое-то время, занятия композиции проводил на курсе, где Олег Николаевич учился. И действительно, сегодня радостный день для всех, я думаю, студентов, которые 15 минут назад были студентами, а сейчас больше не студенты, а дипломированные, надеюсь, специалисты. Вот. И, Олег Николаевич, действительно праздник. Хочу поздравить с тем, что у вас произошел тот, как сказать, творческий акт, который вы хотели, чтобы произошел. И написана картина, которую вы хотели написать. И защита сейчас, в общем, можно по-разному относиться к защите диплома. Это ваш выход, в общем-то, из стен нашего здания, и это праздник для такой внутренней, творческой, я думаю, у вас это сильно не получится. Не получится просто при всем желании так мягко, и так деликатно, и так доброжелательно, и так добросердечно высказаться, потому что я вот все сидел и думал, вот даже вот те, кто не знает нашей внутренней такой жизни и то, как мы все идем к этому вот завершающему моменту, это же совместная работа, дорогие друзья, во многом. Вот, может быть, у многих складывается впечатление, что выходят мастера, различные художники, которые уже у себя заявляют. Это или к счастью, или к сожалению, не так. Идет настоящая война иногда. И с криками, и с какими-то острыми выяснениями отношений, и не то, что с благодушными пожеланиями, а просто с какими-то даже и острыми дискуссиями и диалогами. Вот. Вот то же самое было с Олегом Николаевичем, при всем том, что я его, как и Иван Ильич, очень и очень уважаю. И как талантливую личность, и как сосредоточенного на своей идее, последовательно идущего к достижению поставленной. Безусловно, я тоже как бы сейчас чувствую себя в такой ситуации, что на самом деле нужно искать что-то новое, нужно не то, что искать, а продолжать дальше работать, не останавливаться. И не останавливаться на этой работе, она не должна быть как бы последней, первым-последним этапом жизни. Проходящий этап на работе в жизни, поэтому спасибо тоже, что за все советы. Вот, я бы хотел поблагодарить и даже попросить в чем-то прощения за то, что я иногда, может быть, очень себя действительно хорошо вел, так дерзко. Вот. Тем не менее, эта академия для меня явилась не только школой обучения, но школой жизни. Вот, и мне очень много дали эти стены, и самое главное,
что Илья Сергеевич на самом деле больше дает импульс к интеллектуальному развитию, духовному. Это самое главное. Я думаю, даже если бы это было не в этих стенах, все равно бы этот импульс получались бы. И я бы хотел посоветовать уже студентам прислушиваться к тому, какую литературу советует Илья Сергеевич читать. И через эту литературу придете к другому. Каждая книжка, она дает эту ступеньку к следующей другой книжке. Я пытался всегда прислушиваться к совету Илья Сергеевича. Только в России, наверное, я понял, что, в общем-то, нужно изучать историю, философию. Это очень помогает в творчестве. Не только учиться просто рисовать, просто писать. Нужно учиться думать и мыслить. Поэтому я благодарю искренне всех. И друзей своих, сокурсников и всю Академию. Спасибо. Спасибо.